Организаторы на фестиваль воздухоплавания «Небо России-2014» ожидают не менее 30 экипажей. В их числе готовятся встречать и прославленных титулованных спортсменов из различных городов Центральной России. По программе спортивные полеты аэростатов будут совершаться ранним утром с 6 до 9 часов, а также вечером с половины седьмого. Старт воздушные шары возьмут в пойменных лугах реки Павловки, то есть практически в центре Рязани. Аэростаты, как обещают организаторы, будут не только классической формы, но и несколько нестандартных и даже причудливых видов. Поскольку на следующий год у нас с вами будет юбилейная дата, 25 лет тому назад мы начали это движение, хотелось еще в рамках городского праздника максимальное количество собрать спецформ. Это те оболочки, которые могут принимать любой вид. Я вот прям вам открыл. Это вот у нас с вами сыр там и шоколад. А это вот желтая подводная лодка. А это вот у нас с вами просто на угад открыл, часы летают. А это вот люди. А есть еще там баба-яга, коровы, Харлей Дэвидсон. Чего только в мире нет. Помимо спортивной составляющей запланирована и большая культурная программа. 15 августа в пойме Павловки позади крупных торговых центров состоится концерт, лазерное шоу, а также организаторы обещают ночное шоу «Свечение воздушных шаров». Кроме того, любой желающий сможет подняться с аэронавтами в воздух и посмотреть на Рязань с высоты птичьего полета. Для воздушных прогулок авторы проекта пообещали подготовить два воздухоплавательных аппарата.